Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. Так, сегодня большая распаковка, достаточно много монет, много новинок 21 года. Что-то вышло уже давненько, что-то буквально недавно. Покажу, какие монеты. Вот сколько монет, тут по две монеты, то есть около 15 монет, наверное, точно. Так, так, в капсулах три монеты, сразу вижу. Так, раскрываем. Так вот, не люблю эту пленку. Хотя рвется она хорошо. Так. Раз монета. Два. Так, это что? Угу. Ее уже не размотать так. Нормально приходится вот разрывать все время. Биметаллические вот такие монеты. Новые пришли. Четыре. Блин, еще и прилипает к рукам. Пять монеток. Так, шесть. Так, попробуем сейчас. Нет, не получится. Не получится. Еще одна биметаллическая. Это американская. Долларик тоже покажу сейчас. Долго новинки не покупал, тут все это дело понакопилось, и все одним, ну, не все, но много одним ударом, скажем так, выкупил. Еще, наверное, нужно будет кое-что в ближайший месяц-два прикупить, чтобы по новинкам, по монетам, которые вот выходили недавно, и по юбилейным, и по биметаллическим, все позакрывать. Так, блин, опять прилипло, но не хочет отлипаться. Вот здесь классные монеты, смотрю. Так. Так, мне остались только капсулы. Сейчас быстро все это уже откроем. Так, есть и последняя. Так, ну все. Начнем, пожалуй, с капсул. Так, ну вот это вот сразу три монеты украинских новых. Украинские спасатели. Классная монета. Ну, здесь ватка не видно, чтобы не болталась монета. Так, еще одна монета. Это восьмидесятая годовщина трагедии в Бабьем Яру.
Киви. И вот такая вот цветная монета. Не сильно цветная, совсем немного. Скажем, цвета. 30 лет независимости Украины. Ну и из Украины осталось, из того, что вышло, две монеты. Поддубный и там еще одна какая-то, не помню, как там фамилия товарища, который оказался на монете, как-то на букву Б там. Буквально вышла монета только что. И 21 год будет полностью практически закрыт. Может, еще что-то до конца года выйдет, не смотрел я план выпуска монет. Следующая монета, это монета Мексики, 20 песо 19 года, но вышла она гораздо позже, появилась, по-моему, только в этом году эта монета. Сто лет со дня смерти Эмилиано Сапаты Салазара. И металлическая монета мексиканская. Так, что еще интересного? Вот такая вот монета. Новинка ЮАР. 5 рандов. Рендов. 21 года. Сто лет Южноафриканскому резервному банку. Изображены на монете монеты ЮАР. Видно, здесь он и 5 рандов. Биметаллическая изображена с Нельсоном Манделой. И другие монеты с предыдущих, скажем, периодов. Ох, блин. Снег у нас тут выпал. Падает по подоконнику. Напугал. Так, дальше три монеты США приобрел. Вот они однодолларовых из серии «Американские инновации». Так, это, по-моему, называется монета, так как она называется, то сейчас только посмотрю. Мост-туннель через Чесапикский залив. Так, это Нью-Йорк, канал. Канал Эри. И третья монета, это игровая приставка. Ну, еще одна монета в этом году выйдет. Четвертая. Ну, наверное, чуть позже. Тоже надо будет докупать. Дальше две монеты Египта. Золотой парад фараонов. 1 фунт биметаллический. И 50 пиастров. Тоже с таким же названием. Ну, и с похожим дизайном. Дальше вышла у китайцев монета. Очередная биметаллическая. 100 лет коммунистической партии Китая. Качество, конечно, очень хорошее. Чеканки. Китайцы молодцы.
Так, дальше венгерская монета. Новинка. 50 форинтов 21 года. Международный евхаристический конгресс 52-й. Так, ну и что еще? Еще одна юбилейная монета. Это вот такая вот монета Перу. Из серии 200 лет независимости. Перу. Это монета 21 года. Ипполита Унануэ и Павон. Серия из нескольких монет вышла. На данный момент не знаю, будет там продолжение, нет. Блин, на этом все закончится. Ну и пару регулярных монет приобрел. Нечастых. Не очень дорогие и в то же время нечастные. Это монета Кении. Такая крупная, регулярная. Номиналом 10 центов 94 года. И монета Румынии. 10 лей 93 года. Плохо видно. Такая вот. Такие вот монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.